Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Kubot R19 сделать сброс настроек приложений. Для начала открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», дополнительно «Сброс настроек» и выбираем «Сбросить настройки приложений» и подтверждаем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.